Здорово, чуваки, с вами снова я, Гопник. И мы продолжаем спидранить, или почти, Сан Андреас. With my winning smile, I'm a living lesson in flair and style. You just can't help but stare at my savoir-faire. I'm Nouveau, Deco, Roman, Greco, Rococo, Baroque, Bebop, Hip-Hop, Flip-Flop. Somebody stop me! Don't come a dime a dozen. I stand out in the crowd. Babe, when they make me yap, they broke the mold. Wholesome and kind, estate and refined. Totally out of my mind. Arch villains and ne'er-do-wells had better learn to decorate prison cells. Gringos rip anything if they ask, see? But there's one last thing I gotta sing about. Open up wide and really shout. Oh, look out! This is the Эмбомайзер. И мы как бы, ну, заходим. Так. Насчет миссии, вот, которую я говорил, типа, что там надо взорвать вертолет, а потом самолет на ворота, а потом из него выпрыгнуть. Скорее всего, у меня тот эффект не получится, потому что меня сразу телепортируют. Я по скрипту телепортируюсь вниз с парашютом и сдохну. Поэтому как-то вот попробуем, может, нормально будет. Новые знакомые. Карл! You're a fucking hero down in LA. Ага, это миссия после убийства. Man, I got homies I used to run with that turn their back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking rider, man. О, там сразу появились чуваки. Понятно, понятно. Игра. Да. Так, а сразу телепортируемся к этой, к тому месту, где там надо забрать тачку. Так. Ага, вот я все понял. Вроде как сюда, кажется. Блин, чтобы не ошибиться. Надо прохаться. Ну, четко. Ко мне надо выше забраться. Блин, надо было этого делать. А, ты что тут забыл? Ай! Надо теперь не запороть то вместе с этой тачкой. Чёрт, это они! Big Smoke, ты сделал большую ошибку. Она... Неудачно вылез, чувак, они уехали. Прикрой нас! Так. Воу! Ой. А если я так сделаю, я провалю миссию? Нет. Ага. Oh
Владимир Райдер. Why don't you take a break for a while? Будь осторожен, проверяем за Кендалл. Бомба не взорвется, если бы я таймер остановил. А может и взорвется? Пофиг. Куда бежать-то? Куда? Или все-таки взорвется? О, там еще кто-то бежал, взорвался тоже. Менты, здравствуйте! Да блин! Ай-яй-яй! Так, чё там? О, так я могу пешком добежать, наверное. О! Ха-ха! А мисс это тут же, ну ладно. Идем дальше. PP5 служба быстрого реагирования. Блин, как закрыть, чтобы. Эй, Z, where you at? Эй, Z, ты где? I'm very, very busy back here. Top secret. 6 минут еще. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then Nymph's a pretty strong draw. О, ну хотя бы пипи, эти сиськи видно. He came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. Так это получается вторая миссия, которую я хочу пройти, наверное. Ментовская тачка, главное. Конечно, вернется, не будь смеш, короче, оставь что-то там. Блин, так это хотел сделать. Вот и что-то у двери. Может, конечно, попробовать ее попустить, но нет, попробую пройти сначала. Может быть, она не такая уж и сложная, хотя тут рандомные тачки, все такое. Тихо. Мистер Джонсон, на некого вас не видели, вы задолжали нам деньги. Все. Эй, Баус, я с вами говорю, вы слышите? Ладно, полетим сначала туда. А что если просто телепортироваться? Хотя тут... Нет, тут грех телепортироваться пока что. Можно попробовать своим ходом добраться. Тут они не так далеко разбросаны.
Так, аккуратно. Так, вниз. О, все. Летим дальше. Он не торопится вылезать из машины. Так что, эх. Там же, по сути, надо не только тачки уничтожать, но и самих этих чуваков, курьеров этих. Не, ну, на этот раз, наверное, кажется, думаю, телепортироваться лучше, да? Конечно, грех телепортироваться, я боюсь телепортироваться, но... Фух, надеюсь, что телепортируюсь я не зря. То прикиньте, телепортируюсь я с CGI-ем. Нет, смотрите, телепортировался это! О! Зашибись! Да, я точно пройду это все дело. О, тогда все! Ты на крышу так можно телепортироваться в легкую. Все, чуваки. Эта миссия обречена на успех. Ой, мертвую петлю делаю. Но не вовремя, а! Да, я вас всех убиваю, ублюдки. Ух ты, это сейчас в тему коммент. Пока там далеко. А, долечу. Топливо еще более чем достаточно, я думаю. К тому же, учитывая то, что если я сейчас застрелю этого последнего курьера, можно не париться и... Я думаю, телепортироваться потом сразу же на крышу. О-о-о-о! У них тоже рандомный же... В смысле, я на F5 нажал? А, зачем я это сделал? Нормально же музыка была, ладно. Что еще? Выжил! Выжил, падла! Все! Погиб твой муж, сиди сначала на тренируях! Далеко ли нам лететь? Ну, ладно, телепортируюсь. Еще оттуда залечу на этот. Так, получается, телепортироваться надо вот к домику. Зиро. К домику. К магазину. Все, перемещаемся и смотрим, что в итоге получается. Ох ты, ни хрена! Чуваки, имба, вообще тема. Все, должна быть один из этих тюленей. Поставь его почтовый бизнес на колени. Все. Все, я прошел, чуваки. А, все это время это была другая. А, ну да, 5-5-5 мы перевернем. Я хочу. Ты-то слышал? А что? А-а-а! Там этого надо. 13 вроде минут или 19. Я не могу рассмотреть конкретно, дай мне конкретику. 13, да. Да. В смысле? Fuck you. Zero. Давайте поможем Zero. Сейчас телепортируемся туда же. Даже без этого. Я мы только что его миссию выполнили, но ничего, еще поможем. Что-то впадло, что ли? А, телепортировался на крышу, ничего, с крыши спрыгнем, не больно будет. Ладно. Ладно, я погорячился, больно будет. Ёбаный парашют, просто. Ёбаный парашют, просто.
Если сейчас будет парашют. Нету парашюта, окей. Паркируемся еще раз. А надо купить сначала вот домик. А мы сохранимся. То есть у нас автоматическое сохранение будет после этого. Да-да-да. Сейчас подождем его маленько, когда он нам позвонит. Идти шибко далеко я не хочу. Вот побегаю туда-сюда, побегаю туда-сюда. Надо еще для конкретики еще зайти. А, все уже. Я пытаюсь ответить. Алло. Че, звонок сбросился, что ли? Ой. О. Ех. Авианалет. О, это миссия, где надо убить этого самого. Пуласки. Дробовик, дробовик, и тот угрожает ему дробовиком. А, сейчас убьют баллончиком с краской. По сути, Сизер убил девочку Свита. Девушку. Сиджей такой тупо. Ладно, возьму это. No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Так, а чем он там угрожает? Дробовику. А, сейчас же опять сменится катсцены. Клод копает. И сейчас буду опять говорить. Кто это такая? Да это скин. В казино там, короче, барменша, во, все. Эдди Темпенни just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Ну, мы все и замолчали. Блин, как его самым... А, и чё? Всё? Сдался? Ах ты падла! Ладно. Да, я не смогу его, конечно, таким способом убить. Может, просто пропустить эту миссию опять-таки. Я не хочу проходить по 100 миллионов раз. Ну, чувак, приди еще, их еще больше. Ну да. Препятствий еще больше, как говорится. Короче, надо тупо вот тут стоять, ждать его. Если бы у меня было что покрепче, я бы... Хорошо, мы устроим что-то там, заносы. Я думал, что мы друзья. Пока нет, но мы заблокировали вход со стороны причала, вызвали копов. Да. Пуласки сбежал. Да вы гоните. Да гоняй. Пуласки сбежал. Гони свою, сука, тачку. Ладно. Суки ебаные. А, ну еще мечты и звезды причислили. Конечно, блин. Они не пошли. Не пошли бы вы нахрен, а? А, ес. Наебали вас, короче. Ас. Наеб.
садите в жопу. Просто пропустите ту миссию, потому что я не хочу ее пропустил миссию, слава богу. Сколько там времени? Так, ладно. 20 минут, окей. Курьерские поставки только что проходили. Вот! Вот это вот миссия! Я ж, получается, тут и сдохну. Ну, то есть, я имею в виду, где? Как я должен въехать в него? Кажется, сцена будет просто топовая сейчас. Рандомные чуваки. Продукты перегружают, да. Подошел к нам. Этот лилипут. Прикольно. Я въехал! Я въехал! Я въехал! Я же въехал! Въехал! Да ладно! Я въехал! Да? Да! И что бы мы ни делали, все равно бочка скинет наш любимый. Fuck you! Ну посмотрим, что из этого получится. Я не уверен, что получится из этого что-то хорошее, но попытка не пытка. Вьюху! Репортируемся сейчас. Я очень хотел бы... О, где мы? Алло? О! О, хорошо-то как! Все, чуваки, сейчас будет переозвучка топовая просто. Надо не забыть об этом бы. Так, сколько времени? Где? 23 минуты вроде, да? Гонка. Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you get high in that country air, man.
Yeah, she did. I want to go up. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, you gotta be careful. Wootsie. My friends call me Wootsie. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen. Ладно, понятно. Мне просто топовый транспорт дали. Спасибо вам большое. Нет? Так, встаем, хорошо. Четенько. Не хотелось бы быть говном и сталкивать кого-то в воду. Но другого тут выхода, чтобы выиграть, я не вижу. Хотя, может быть, карма, что я сам упаду в воду. Вау. Музыка где? Алло. Чтобы вы понимали, если я выйду из тачки, у меня время сбрасывается все равно. Так что лучше этого не делать, а тупо ехать, пока на меня пытаются разозлиться. У меня номер ЕПБ. Нау! Ого! Повезло, повезло. АП!
Все, нашел все эти миссии Zero. А, стоп. Что хотел? Посмотреть, сколько у меня времени. 29 минут, еще одну миссию пройду и все, пожалуй, так, телепортируемся. Я это правильно понимаю, вот сюда. Последняя миссия на сегодня. Где конструкция? А нет, а что это за миссия? Надо комбайн гнать для праведника. Просто тупо топрахаться и все. Кажется, сюда. Четко. Полицейский автомобиль надо угнать. Не проблема. О, меня сразу развернули. Я верю. Пацаны, посмотрим, слушай, ты стягаться с Сезаром Биал Панду. Со судом уходи с поля боя. Отправлю назад, я буду использовать его собственный метод. Да вы серьезно, какую-то сраную ведерко надо угнать. Ты уверен, что он точно в Лос-Сантосе? Залезай! Залезай! Ненавижу это транспортное средство. Это не транспортное средство, это какое-то издевательство над... Да. Над игроками. Похрен-то пахаемся сразу же, куда нам надо, вот сюда. Все. Не обращаем на это внимание. Ни хрена его как закосоебило-то. Тихо. Сюда. Или нет? А куда? Тихо. Сюда. Да тихо! А куда ж ты? Да ёпта. О. Нахрен тебе сдался этот горшок. Посрать негде, да? Ты вот за помощью пытался задержать какого-то пьяницу возле пиццерии. Ваша рука мертва, сэр. А мне так похоже на Салфорд. Ладно, давай-ка перед... Твой спаситель не кто-то там, дружище. Это было круто. Ты уже достал карту доступа. Особенно нам вниз по лестнице, а потом прямо по коридору. У них все затахоно, поэтому они ничего не потеряют. Тем, кто нужен, могут найти меня здесь. Пускай его здесь, СиДжей. Теперь он наш. Давай, СиДжей, идем. Если я прикрою СиДжей. Сальваторе! Знаешь, что мне нравятся такие выглядящие погони? Вот и все. И тупер. Тупер. Осталось только... Кстати, он заберется на эту трубу. Ну-ка. Так, руками. Руками. Ага! Да ладно, давайте-ка еще послушаем. Пит. Мой брат иногда может быть занозой в заднице. Я тоже его вижу. И главное, я сяду на переднее сиденье. Черт, тут синие следуют за нами. Где твоя машина? Я тебя прикрою, СиДжей. Все неплохо, даже удивлен. Маст, ага. Че, все по-английски? Да блин, не начинай, только не здесь. И нафиг, свинья. Темпани ответственен за все это. Вот, запрыгнешь. А, ну да, он все-таки не гей, и поэтому выбрал все-таки вилку в глаз. Вилка в глаз, потому что настоящий мужик выбьет вилку в глаз, а не в жопу раз. Да, вот такой вот у нас
Карл. Вилку в глаз выбрал. Да слышь! Запрыгни! Так, тройка с разгону. Вверх! Да! Паркур, паркур! Паркур, паркур, паркур! Тут не получилось. На, ментяра! На, ментяра! На, ментяра! Ай, ладно, пока. Пока, чуваки. Все.